Количество киберпреступлений в России выросло в 6 раз с 2013 года. Вот такая вот новость интересная. Давайте подумаем, с чем это связано, почему так получилось. Я считаю, что все достаточно просто. Сейчас очень многие вещи, которые раньше казались чем-то таким необычным, осуществляются через интернет. Даже взять криптовалюту, которая стала очень популярны в последнее время, даже в широких слоях населения. Куча интернет-магазинов, всевозможные оплаты картами, то есть все очень быстро развивается, много платежей в интернете, много бизнеса ведется в интернете, куча стартапов, куча вложений денег, и, соответственно, вот мы видим, что возрастает количество преступлений, киберпреступлений в России. Я думаю, что во всем мире это также растет. И это лишний повод задуматься над тем, как обеспечить свою безопасность. Нужно обязательно устанавливать антивирус, нужно обязательно следить за тем, на какие сайты вы переходите, с какими контрагентами вы взаимодействуете, обязательно следить за этим. Таким образом, я считаю, что динамика будет сохраняться. Чем больше люди будут уходить в интернет, тем больше будет преступности, потому что, уходя в интернет, люди туда приносят деньги, ну и, соответственно, хотят другие люди не очень чистую на руку заполучить вот эти деньги. Будьте осторожны.